1 марта в Казанском федеральном университете организован медиафорум «Студенчество и вызовы цифровой эпохи». Организаторами выступают Росмолодежь, Международная ассоциация студенческого телевидения, телеканал «Универ ТВ» и Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ. Первый мастер-класс «Что должен знать студент о работе в современной мультимедийной среде» вел советник Международного информационного агентства «Россия сегодня» и профессор факультета медиакоммуникации Высшей школы экономики Олег Дмитриев. Я здесь сегодня пытался поговорить, надеюсь, мне это удалось. Мы разговаривали вообще о том, что нужно журналисту, какие знания и умения нужны. Да? То есть нужно помнить о том, что любому журналисту нужно испытывать большое удовольствие, я бы даже сказал, кайф от того, что он рассказывает истории, то, что он общается со своей целевой аудиторией. И вот этому как раз я и пытался, ну не научить, а вот этим я пытался зажечь вот всех тех, кто здесь собрался. Также Олег Дмитриев высказал свои пожелания молодым журналистам. Я советую молодым журналистам не опускать руки, советую быть постоянно в тонусе, знать то, что происходит, знать о том, что такое профессия, получать удовольствие от того, что ты делаешь. Ведущий эксперт экспертного совета Института развития интернета Максим Корнев вел мастер-класс «Новые медиа в цифровую эпоху». Сегодня я расскажу про новые цифровые технологии, про то, как сейчас происходит взаимодействие с аудиторией. Я выделю 10 главных ключевых понятий, и у меня будет сейчас такое как бы, предложение к залу, тоже параллельно со мной определить для себя те вещи, те ключевые слова и понятия, которые я пытаюсь объяснить. Максим Корнев также отметил, что сегодня рамки между традиционными и новыми видами средств массовой информации сейчас стерты. Все медиа цифровой средой, они как бы так накрываются, да, как вот Wi-Fi или как какими-то новыми, значит, там, волнами, да, которые изобретают люди, и вы просто в этом живете. Вопрос только, есть у вас приемник на эти волны или его нет. Соответственно, если у вас нет в этой сфере, значит, вы вываливаетесь из огромного большого поля, да, из параллельной жизни. Позже прошли мастер-классы «Проектное управление в медиаиндустрии» и «Зачем нужны студенческие медиа-центры и как сейчас развиваются молодежные средства массовой информации». Также в рамках медиафорума состоялась конференция Межнационального совета Международной ассоциации студенческого телевидения «Межнациональные и межконфессиональные отношения в студенческих медиа в эпоху цифровизации». Подробнее об этом и о втором дне медиафорума вы узнаете в следующем выпуске. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.